Добро пожаловать, это DJ Vigilant, и я решил посмотреть обновленную версию игры под названием Механоиды 2. Война кланов. Ну, игра. Оно у меня десятка стоит, но совместим с 98 стоит, поэтому так. Отказаться. Так, ну это в заставке сейчас, это был Арио, который подхватил нас. В этих обломках были мы. Так, окей. Воин. Эй, воин взял, да? Так, да, это мы все читаем. Нас восстанавливают. Восстановили. Так-то бла-бла-бла. Сообщение от Арио. Он говорит, что ему сказали, что мы какой-то важный такой механоид, и нам надо с ним встретиться. Так. Наш глайдер. Наши характеристики. Ну, не знаю. Это же обновленная версия. Графика вроде... По-моему, такая же. Катеры. Можно все прочитать. Купить карту. У нас пока нет бабла, чтобы... Ну, кристаллов, по-моему, да? Чтобы перейти в другую локацию. Вот ключи перехода. А, карта — это карта, переходы — это другие локации перехода. Это можно какого-нибудь конкретного механоида искать. Информация о кланах. Давайте посмотрим. Во. Во. Вау. Такого раньше не было, по-моему. Чтоб пески прям были, или мне кажется. Захват цели. Минус 9. Это они все вражеские, что ли? Я ж не помню. Вот эти красным. Ага. Не любят они меня. Не знаю почему. А почему цель у меня сюда стоит, я не пойму. Указатель показывает сюда, журнал, считающий дали мне.
Но почему цель сюда показывает? Может, я что-то не сделал? Так, торговля, карта, журнал. Ну, отправиться к, к наблюдателю в высохшее озеро в секторе пустыни. А почему сюда так цель показывает? Все написано о супере, о наблюдателе. Это поколение, реформации, планы, вулканов, сектор болот, это уже уровни пошли. Новые сектора, высотный сектор. Так. Изменения в секторах. Интересно. На картинке особенно смотрю. Модификации различные для глайдеров, система рейтинга, спасатели. Ого. Арлинги какие-то. Основные секторы. Защита. Создатели. Совсем немного. Они называли себя людьми. О, это биологическая индивидуально разумная раса с очень ограниченным диапазоном условий обитания и высокой уязвимостью. Ну да, мы такие. Первое поколение, второе поколение, третье поколение, четвертое поколение. Не сильно отличается. Вау. Механоиды. Переходе, полигон, кланы, супер. Дороги полигона, симбиоты. Информация о кланах. Тут много чего можно читать, да? Так. Но все равно цель сюда показана, значит мне надо в сектор болот. В основном я хотел посмотреть, так что запарываться не буду, в основном на миссиях. У нас пушка лазерная, это хорошо, на нее не надо покупать патрон, а значит она сама восстанавливается. Правда, она энергию жрет. Во, ну я уже слышу, что музыка новая появилась. Не было. Опа, вдруг резко красный стал. Эй, вы чё, вас много, я один. Нафиг. Уходим. Энергии мало, блин. Это плохо. Не, они были белые и вдруг краснели. Чёрт, меня сейчас завалят. Прицеливаться здесь мне вообще не удобно. Понятно. Я проигрываю, сматываемся. Фига, блин, а сложность-то у игры повысилась. Так сложно не было. Еще дикое сглаживание. Мыши. Это при том, что я еще уменьшил. Можно сделать вот так. И почему-то я не слышу звук глайдера, когда он летит. Да, вроде локации так покрасочнее стали, что ли, прикольнее. Около баз бывает что-нибудь валяется. Ну так ничего. Мне музыка нравится, ее не было, по-моему.
Так. О, как раз к нему летим. Но у него, конечно, агрегат мощный. Он сейчас уедет, блин, я его даже... Не так-то просто будет его догнать. Подъезжай ближе, Виджилант, я хочу поговорить с тобой. О! Так, приветствую тебя, обычный Виджилант, обычный. Считающие были правы, ты в самом деле быстро освоился в новом мире. Намного быстрее, чем я когда-то. Впрочем, этот мир для тебя не такой уж и новый, потому что я буду краток. Итак, как ты наверняка уже знаешь, когда-то в этом секторе существовали три мощных клана. Черные игроки, меркаторы и фантомы. Короче, клан — это сила. Чтобы создать клан и захватить первое здание, тебе необходимо ввести в трюме некоторое количество лояльных механоидов. Понятно. В секторе есть свободные базы и слабые кланы. Это отличное время для создания нового сильного клана. Его некому задавить в самом начале. Так, задача. Убедить 9 механоидов и снова найти механоида Арио. Понятно. Дай мне свой глайдер. Это будет намного проще. Такой глайдер мы можем получить только в конце где-то. В самой последней локации, наверное. Он стоит дофига. Опа, опа. Да не враги. Учить. Ой, блин. Воу, я понял. Матаемся. А что это такое отлетело? Кусочек был. Блин, а? Опасно? Тут даже ни одного не получается завалить. Сложности прибавили дик. Или меня так ослабили? Даже ни одного не могу убить. Вот ведь дела пошли. Все злые, как собаки. Просто. Ух ты, деревья такие толстые. Когда на них человек не действует, они вырастают спокойно. Где мне этих 9 механоидов найти? Оба. Так, какая-то база. Ускорение немножко прибавим. У меня даже энергия не тратится, прикольно. База чья-то. Это база кланов Фантомы. Понятно. Торговля. Капец, сложность дико увеличена просто. Ластер, ломастер. Ничего тут интересного нет, только починиться могли. Так хитрого можно сделать, кстати. Вау. А, можем просто задеть. Понятно. Ха-ха, его пушки эти от базы мочат. Блин, мне тоже предупреждение сделали. Во-во-во, вот что я ждал. О, да. О, кристаллы взяли. Только меня потрепали нехило.
Так, кого еще бы найти? Ничтожный трюс, там не говорят. Не хочет он. О. Ну давай, иди сюда, куда ты? Не, он не хочет. Никто сражаться не хочет. Таким, как ты, положено лежать в канаве и ожидать спасателя. Спасибо. Не, они стрелять не хотят. А, смотри, смотри, они меня ждут, да? Ага, ну не стреляют. Будем быдаться. Не, не хотят. Пойдем. А чего мне взял-то вообще? Так. О. Энтойный какой-то. Пойдем продадим. Так, за сколько я продал-то? Не показывает. Меня уже поцарапали. Делать тут нечего. Добычу можно слетать. Сколько всего? Полетели по этой дороге, наверное. А они только, наверное, ждут, когда я отлечу от базы, чтобы меня поймать. Так, я надеюсь, не в ту же сторону лечу. А, блин, в ту же. Полетели налево куда-нибудь. Музыка нравится. Ее не было. Прикольно. Нам очень хорошее оружие дали. Ну как хорошее? Нормально. Вода вроде круче стала. По миссии нам, по-моему, вон туда надо. Хоть у меня даже и маркера нет. По-моему. Нет? А куда же? Тут, по-моему, нет болота. Где же у нас болото находится? Да болото вот. Странно. Жалко, нырнуть нельзя. Конечно, вокруг, когда такие заборы, чувствуешь себя зажатым, и за забором такие просторы, а нас тут сдерживают. Нечестно. Со временем можно будет покупать мощнее глайдер, ставить мощнее пушки, мощность. Чит, все такое улучшать. Можно заниматься торговлей или выполнять миссии. О, сколько. Всех за борт. Оп, забортовать. Они все красные стали. Thank you.
Прилететь их можно. Эй, я хочу. Понял. Блин, я хотел эту штуку взять, которую он уронил. Не успел. Так, на глубоко под землей обычный. А, это добывающая установка, это уже не база. Ну это тоже та же самая игра, только стала почетче, покрасочнее, музыка появилась новая. И сложность больше стала. Какие-то они все злые стали, бешеные. Уже хотя бы один глайдер уничтожить уже сложно стало. Или это у меня просто пушки такие, я не знаю. Ты не проживешь и минуты, да ладно. Вау. Чё, от меня сейчас убьют. Уходим. Но модификация все-таки неплохая для хардкорщиков. Это при том еще на легком уровне сложности стоит. Что ж, это был DJ Vigilant. Увидимся в других прохождениях. И разовых осмотрах. Надеюсь, вам понравилось. Мне вот интересно было посмотреть. Такой хоп, ого, обновленная версия. Прикольно. Там за мной хвост, наверное.